Вооруженный мужчина в маске на лице с ножом и газовым баллончиком в руках выбрал для нападения очень раннее время суток, когда кроме слабой продавщицы в магазине никого не было. Но даже при этом он посмел распылить опасное вещество емкости в лицо, точнее в глаза испуганной девушки. Однако был оперативно задержан вместе с похищенным кассовым аппаратом и сейчас обвиняется в тяжком преступлении «разбой».